Армянские жители Карабаха, покидающие по собственному желанию азербайджанские земли, не сталкиваются с жестким обращением. Это подтвердили и в Организации Объединенных Наций. В частности, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса организации, заявила, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. По ее словам, менее чем за неделю более 88 700 человек покинули Карабах и добрались до Армении. Жалоб от них на негативное отношение во время переезда не поступало, что является очередным доказательством проявления Азербайджаном гуманизма и стремления к миру. Не было зафиксировано никаких случаев жесткого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах, сложная ситуация для людей. Однако случаев жесткого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано. Напомним, что ранее помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что армянские жители Карабаха покидают дома по своей воле. Азербайджан ни к чему их не принуждал. Многочисленные интервью, проведенные съемочной группой Баку ТВ с покидающими карабахский регион Азербайджана армянами, доказывают, что именно власти Армении и сепаратистский режим в Карабахе оказали давление на своих соотечественников, чтобы они покинули свои дома.